Привет, друзья! Мы на канале «Сами с руками». Новогодние праздники у нас закончились. Все, начались трудовые будни. Но эти новогодние праздники прошли не зря. Было время заняться машиной. С 1 по 9 пить, бухать невозможно. Пришлось заняться ремонтом. Ну, ремонт давно назревал. Наконец я заменил пузы, поменял борта, поменял там поперечные палочки некоторые, которые подгнили там. Короче, кузов сейчас привел в полный порядок. Ну и там морозы начались, когда с воздухом маленько пришлось повозиться. То есть перепад температур. Поливал дождь, лил, потом резко мороз у нас настал, потом опять оттепель, опять мороз. В общем, праздники машина простояла маленько, стал заводить. Воздуха нет, не накачивает. Полтора очка накачивает, больше не накачивает. Короче, пошевелил, постучал, там побрызгал регулировочный клапан, вроде воздух пошел, давление начало качать. Ну, новая проблема. Не стало сбрасывать воздух. Так как регулировочный вроде, ну, разобрал, типа троха посмотрел, там все на место поставил, все вроде целое, но все равно давление не скидывает. Решил, что осушитель воздуха, что-то там забилось. Разобрал осушитель, силикагель там в нормальном состоянии был, там в самом низу было маленько с масличком, там, ну, вытряхнул, новый досыпал. Разобрал полностью все, прочистил, промыл бензинчики, продул. Там, ну, немножко, незначительно, ледок там попадал. А с чего подумал, что это осушитель, у меня провод оторвался на свечу накаливания. Сразу не заметил, потом уже по морозу сырю провод болтается. Решил, что там проблема. В общем, разобрал все, почистил, помыл, поставил, там силикагель поменял. Собрал. Машину завожу, давление качает, все, и, короче, опять не скидывает. Ну, все там, вариант только оставался, регулировочный клапан. Сначала было, хотел заморочиться, поставить какой-нибудь советский, чтобы по-быстренькому забежать в магазин, купить. Забежал в магазин сельхозтехники, посмотрел ценники. То есть там на МТЗ, там, на трактора, там еще какие-то... Короче, на трактора там 6, 7, 8 тысяч там ценники были. Самый дешевый нашел на пазик. От пазика также он 6 очков качает, как в магазине сказали. Ну, он, во-первых, больше, во-вторых, там трубки, там колхозить, там что-то это. В итоге позвонил в Краснодар. Там в наличии оказался есть мой родной. 3,5 рубля стоит, мне его тут же отправили автобусом. Его на следующий день получил, поставил, и все, вуаля, воздух стал как положено, и набираться, и скидываться. Так что проблемка была в клапане, в регулировочном. Ну все, сейчас заехал на базу, загрузился кирпичиком, едем под разгрузку. Заодно с ребятами поздороваться. Еще после праздников не видел их, никого встретили. По крайней мере, эту бригаду. Сейчас съездим, посмотрим, что они там настроили. Погодка солнечная сегодня. Вчера еще снег шел, ну, сегодня уже снег растаял. Асфальт сухой. Мокренько на дороге еще, но...
приехали на объект. Здорово. Здорово. Ну что, куда? Ну туда. Проедешь туда, тут. Замерзшее все тут. А вот где фотоны лежат? Вовнутрь, что ли? Проедешь, да. Ну, бочка только едет. Не заезжай вовнутрь, да. Туда, да, где бочка, где бочка. А на землю или на плиту туда ставить? Будем на плиту немножко поставить, и на землю. А сколько? 6, да, там? 7. Ну это я что было забрал. Там не довезли, не, пока вас. Здорово, парни. Ну чё, как праздники? Отлично все. Все, пора работать, да? Да, отдохнули, пора работать. Ну все, поработаем. Надо участвовать. Быстрее! Ну чуть-чуть к стеночке. Пойдет. Но с меня оператор так себе. Вот туда в угол. Вот этот первый.
О, Санечек, привет. Привет. Вот, парюшку стянуть. Что, как новогодние праздники прошли? Отлично. А, все еще чайком отпаиваешься, да? Вы здесь без чая никак бы. Ну правильно, что у нас? Снежок выпал, надо согреваться бы. Ладно, парни, все, давайте. Удачи. Едем дальше.